Всем доброе утро. Сегодня мы с вами посмотрим на такой вот секатор фирмы Oasis. Написано профессиональная серия. Изготовлена эксклюзивно для торговой марки Oasis. Насколько я знаю, это украино-немецкое или германское производство. Такая вот упаковка, оригинальный логотип. И вот сам секатор. Вот имеет такую форму. Защелка здесь именно как у немецких Леве. Потом дальше буду делать обзор на два секатора Леве последних моделей. Вот имеет такое. Самое первое, что я, например, пробую, когда покупаю секатор, я пробую вот лист бумаги тонкий. Вот смотрите, как он будет резать. Смотрите, идет рез. Кончик от начала, средняя часть. То есть мы видим о том, что заточка уже идет профессиональная. Поэтому вот это самый первый для меня лично показатель того, что здесь по заточке, по механизму все нормально. Поэтому вот такой секатор. Можно взять кусочек старой лозы, или вот сейчас отрежу новой лозы. Вот отрезал. И вот, как бы, чтобы было лучше видно. Вот делают такие. Сейчас наведу. Не хочет почему-то наводиться, ну ладно. Хорошо, поэтому, смотрите, срезы идут без заминов, без кожуры, которая всегда там цепляется. Когда бывает, показывают правильно с обрезки, а получается, что секатор заминает. Вот так. Поэтому, как для моей средней руки, он имеет очень удобную ручку, очень удобную кнопку. Потому что, например, я не люблю, чтобы сзади вот здесь были такие крючочки, которые постоянно цепляются, постоянно там что-то с ними происходит, там телепаются они. Вот здесь все удобно, здесь очень хорошо. Поэтому, как для бюджетного варианта, или среднего, среднебюджетного, будем так говорить, то вполне достойный вариант инструмента.